Открытие данных центров, требования времени в этом направлении в области проводится большая работа. В рамках пилотного проекта более 500 семей получили помощь, из них 51 отказались от развода. По словам юриста ресурсного центра поддержки семьи Гульнар Усманова, несмотря на короткий срок, проект был продуктивным. Специалисты должны распространить этот опыт и в других регионах. Пилотный проект «Бахт Отбаса» стартовал в июне текущего года. Он рассчитан был на 6 месяцев. Центры ресурсной поддержки семьи, созданные в рамках проекта, были открыты в 8 городах Казахстана, в том числе и в городе Кокшетау. У нас большая часть обращений связана именно с запросами от населения, а не непосредственно по запросу суда. В рамках своей работы мы тесно сотрудничали с судом по делам несовершеннолетних, с административным судом города Кокшетау и городским судом города Кокшетау. Еще мы проводили 35 семинаров для молодых людей. В нашей стране отдел регистрации актов гражданского состояния должен стать не только местом заключения брака, но и совершенствования знаний о семейной жизни. Такого мнения придерживаются специалисты центра. Стоит отметить, что сегодня каждый гражданин может обратиться в центр и получить соответствующую помощь. В учреждении работают 7 специалистов разного уровня. Психологи, юристы и соцработники бесплатно консультируют граждан. Зарина Дюсикеева, Айжан Актаева, Дархан Сагын, Алмас Адвокасов, Кокша Ахпарат. Thank you.